самый чистый город, ухоженный и современный. Все это не об Одессе. Наш город с треском провалил всевозможные рейтинги. По комфорту жизни Одесса заняла 14 место, по чистоте – 18. Это успели заметить туристы, приехавшие в город в разгар сезона. В самой Одессе очень стало грязно. Все старое, обрушенное, облезлое. Идешь по улице, ямы вот эти, асфальт как бы, ну, не приведен в порядок. Старые автобусы уродливые, очень плохо. Почему туристы и одесситы так недовольны городом, нам расскажут простые цифры. Для этого вернемся в 2015 год и послушаем Комитет избирателей Украины. Именно тогда представители этой организации подвели итоги предвыборной кампании Геннадия Труханова. Это не просто небольшая отметка, а настоящая оценивание в абсолютно разных сферах. Идеальный мэр за хорошую работу может получить максимум 5 баллов. Мы делили все обещания мэра на 10 сфер жизни Одесской громады. В каждой сфере он мог получить максимум 5 баллов за выполнение обещаний. 1 балл говорит о том, что обещание не выполнялось, либо инициатив крайне мало. 2 балла говорит о том, что мэр недостаточно активен в выполнении того или иного обещания. 3 балла говорит об активности, но не о незавершенности выполнения обещания. И 4 балла говорит, что в принципе обещание выполнено, но не всецело по инициативе городского головы. Организация провела мониторинг выполнения городским головой Трухановым предвыборной программы с июня 2014 года по июнь 2015. Итак, за этот период работы мэром Одессы выполнено 1 обещание из 49. На самом деле и без сложных мониторингов можно оценить результаты 2016-го. Городские пляжи все еще недоступны. Городской транспорт обновлен не полностью. Новых инфраструктурных проектов нет, так же, как и переработки мусора. Все еще не сдана в эксплуатацию больница скорой помощи. Из результатов мониторинга следует, что ждать выполнения предвыборных обещаний надо всего лишь 49 лет. По году на 1 обещание. Но это только за 2015 год. На 2016 Геннадий Труханов дал еще 54 новых обещания. А это означает, ждать придется еще дольше. Ведь именно так происходит, когда городом правят бандиты. Город никогда не будет успешным. Все рушится.